Ликвидирован 21 боевик Талибана в Афганистане. В Министерстве внутренних дел говорят, что среди убитых есть и лидер группировки. Национальная гражданская полиция страны провела несколько антитеррористических операций в провинциях Каписа, Парван, Урузган и Хост. Кроме ликвидации террористов, были изъяты боеприпасы и машины, начиненные взрывчаткой. Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение Талибан, ранее контролировавшее сельские районы, в конкуренции с ИГИЛ пытается захватить и крупные города страны. Накануне они даже объявили друг другу священную войну – джихад.